Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие уважаемые подписчики! Все вы помните медаль за отвагу, которую я недавно нашел в Великотырново в одном из антикварных магазинов. Я вам ее уже показывал и сказал, что я заказываю на нее определение. И как только определение придет, помните эту медаль? Я обещал поделиться с вами информацией о ней. Что я сейчас и сделаю. В общем, не сдержался я. Купил медаль за отвагу в городе Великотырново. Миллионный номер. Интересно, болгарин ли награжденный или нет. Но видно, что медаль почти не носили. Спасибо магазину антикварному. Вот, друзья, вот я выставлял эту отвагу, показывал ее, делился с вами своей находкой, был очень доволен, надеялся, что она на болгарина, при том, что многие писали, наверное, на болгарина. Оказалось, горкун Петр Степанович, сержант 12-го года рождения, шофер из города Киева, проживал в Киеве. Медаль за отвагу. Единственная награда 17 марта 1945 года. Наградной лист. Горкун Петр Степанович. Читаем. Товарищ Горкун с первых дней Отечественной войны находится в рядах действующей армии с июня месяца 1942 года. Работая водителем легкового машины М1, это ГАЗ-М1, обслуживает замначальника отдела кадров 1-го Белорусского фронта. С работой справляется. Машина М1, на которой работает товарищ Горкун, с начала войны прошла по фронтовым дорогам около 105 тысяч километров. И, несмотря на это, в настоящее время находится в исправном техническом состоянии. Дисциплинированный, выдержанный в боевой обстановке, смел и находчив. Всегда находит выход из трудного положения. Пользуется деловым авторитетом среди личного состава части. Делу партии Ленина-Сталина и социалистической родины предан. Представлялся к ордену Красной Звезды, но дали медаль за отвагу. Вот, кстати, что интересно, что он из Дунаевец. Они пишут, что это Сумская область. Я почему-то думал, что это Хмельницкая область. Там тоже есть вот дунаевцы. Надо проверить, неужели это другая область написана. Медаль. Вот такая машина, ГАЗ-М1. Вот на такой машине ездил наш герой, наш шофер. Вот такие вот дела. Не стрелял, гранаты не бросал. Но вот такой интересный случай. И я считаю, что это вполне здорово.